Ну, для начала, наверное, впечатление от этой игры очень тяжело она для вас выдалась. Могли в концовке упустить даже ничью, хотя ну, ребята младше на год. Что не удалось в этой игре, хотя в прошлом, в первый игровой день вы выглядели очень даже неплохо. Ну, прежде всего, хочу однозначно похвалить сборную Беларуси. Ребята молодцы. Даже в первой игре, невзирая на крупный счет, они играли до конца. Я думаю, хорошее, огромное будущее ждет ребят. Им надо, нужно продолжать в таком же русле работать. Насчет своей команды, немножко просил, где-то была такая самоуверенность, что недооценка и опять присущая вот эта нестабильность. Но опять же, этот турнир показательный. Он показывает, как раз у нас через день игры, кто на что способен, и выдает игру, насколько он стабилен, насколько он уверен в себе. Опять же, недооценка, ведя в счете 2-0, такие грубейшие ошибки в обороне, они приводят вот к таким нелепым, опять же, ошибкам и голам, и отсюда такой результат, и потом начинаем не играть, а мучиться. Хорошо, и последние минуты игры, много, ну, три момента, как минимум, очень опасных было у ваших ворот. Что это было? Расслабленность какая-то? Или, быть может, уже решили ребята, что игра окончена, до последних минут не доиграли? Ну, в принципе, это в психологическом плане, то, что, да, правильно заметили, уже начали доигрывать, хотя обоюдоострые моменты были, и посчитали, что все, уже игра закончена, но ребята... Сборная Беларуси молодцы, они своим таким настроем, упорством играли до последнего секунды, до свистка, и отсюда такие провалы. Ну, будем работать, разбираться и обязательно улучшать свою игру, особенно в обороне.